многочисленным заявкам показываю сегодня, как же я делаю макияж для своего персонажа Кощей Бессмертный. Наносим тоналочку с пермопальцами, можно спонжиком. Берем консилер и не надо херачить вот так консилером под глаза, вот так, блядь, чуть-чуть. Да аккуратно, блядь, растушуйте, пожалуйста. Не надо ебашить много. Немножко на верхнее веко будет служить подложка для теней. Беру свои самые дешманские серые тени, да это серый цвет, он просто темный, и начинаем оформлять наши глаза. Теперь обязательно вот этот весь уголок глаза затемняем. И хорошенечко проходимся серыми тенями по нижнему веку. Ну, как-то так. К глазам мы еще вернемся. Сейчас хочу оформить носик и... И скулы. Берем все те же серые тени, да. И мы что делаем? Мы вот... объясняю прекрасно. Я, блядь, в своем познании настолько преисполнился. Работаем все теми же серыми тенями. Я просто делаю вот так. Вижу вот в эту впадинку, я ее как бы вырисовываю. У тебя гигантские сиськи, ты сливаешь наши переписки. Пальцы тоже включаются в работу. Берем черные тени и оформляем брови. Нужно увлажнить губки. Ага. Я беру золотой карандаш. Золотой. Вы можете взять золотую какую-то, найти подводку, да? И этим же золотым карандашом прохожусь по внутреннему уголку глаз. Блин, почему так происходит, когда я снимаю видео? Я не понимаю. Теперь черным карандашом подводим слизистую глаза. Беру снова дешманские серые тени и начинаю рисовать вот здесь, вот на губах. Пальчиком растушуем. Берем теперь скошенную кисточку, окунаем опять-таки в серые тени и рисуем вот здесь вот. Берем опять-таки золотой карандашик и пририсовываем вот, как сказать, по губам. Блять, как это объяснить? Собственно, макияж Кощеюшки готов. Осталось лишь приодеть его и идти покорять сердца царевн и царевичей. Любишь меня, царевна? Моей станешь?